Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусный и полезный салатик, который подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Присоединяйтесь! Два больших томата нарезаю небольшими кусочками. Два огурца нарезаю полукружочками примерно шириной по 2 мм. Одну среднюю луковицу нарезаю четверть кольцами, шириной примерно по 1 мм. Добавляю пол чайной ложки соли и 3 столовые ложки растительного масла. Хорошо перемешиваю. Подаю к столу. По желанию можно добавить любую зелень. Вот такой красивый, яркий, сочный и безумно вкусный витаминный салат у меня получился. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.